Самарская часть парада. Первым гордо несет самарское министерство обороны Российской Федерации Чувашии. Дорогие друзья, я поздравляю еще раз российских военных моряков с праздником. И хочу поблагодарить наших иностранных друзей за то, что вы сегодня здесь вместе с нами. Хочу заверить вас в том, что мы со своей стороны также тепло и душевно относимся к вам, к руководству ваших стран и к народам ваших государств. И рассматриваем вас в этом смысле как послов, посланцев ваших народов. Еще раз большое спасибо за то, что вы сегодня в непростой международной ситуации здесь вместе с нами. И еще раз свои слова поздравления направляю вашим российским коллегам, офицерам и матросам российского военно-морского флота.